Из мира шоу-бизнеса, дорогие наши друзья, пришла очень трагическая и тревожная новость. Мы были шокированы этим известием. Как такое вообще могло случиться? Поклонники и фанаты российского актера Александра Мохова пишут к нам письма и комментарии, просят рассказать, как это все случилось. В данной новости говорится, что несколько дней назад российский актер Александр Мохов на своем личном автомобиле выехал на свою подмосковную дачу, где он должен был все подготовить для приезда своих родственников. Они должны были праздновать день рождения одного из родственников. К сожалению, до дачи он так и не доехал. На сегодняшний день его мобильный телефон выключен, и его автомобиля нигде нет. Актер, можно сказать, просто пропал. Родственники уже написали заявление в полицию. Уже обзвонили всех знакомых, морги Александра Мохова нигде нету. На данный момент, друзья, пока информации очень мало, все ищут нашего любимого актера. Давайте будем надеяться, что с Александром Моховым все будет хорошо. Он вернется домой живым и невредимым. Давайте поддержим наш YouTube-канал, нажмем на колокольчик, чтобы завтра утром вы не пропустили свежие выпуски, которые мы приготовили для вас. Будьте с нами, друзья, следите за выпусками, которые выходят каждый день. До скорых встреч на нашем YouTube-канале.